приехал. Можно было пораньше приехать. Ну ладно. Сейчас мы куда-нибудь подзарулим. Так, вот это что-то я не помню, что тут такое бревно торчало. По-моему, в прошлом году не было, хотя сейчас темно, я особо так и не вижу местности. Силуэты тут летает, утка-то летает. Со всех сторон лупит. Ну, открытие, ребят, а чего? Все приехали. Всем утку хочется добыть. Ага, весло за корягу зацепилось. Главное сейчас еще не сесть где-нибудь тут, лодку не пропороть. Где же я тут помню, был такой заход хороший. Надо за те кусты, мне кажется, заплыть будет. Вот здесь вот, да? Ну вот-вот, я обычно туда вставал или чуть дальше. С той стороны сейчас встану. Ага, спасибо. Не пуха. Все, разбили стаи, поодиночке летают теперь. Сейчас мы сюда вот заплывем. Да, как мужик подсказал. Да я вот здесь тоже вставал. Тут можно зайти. Сейчас сюда попробуем зарулить. Вот, близко вообще. Оттуда. Со всех сторон долбит. Ну, открытие, что поделать. Не любитель я, конечно, такой пальбы. Ничего не поделаешь. Так всегда. Эти высоко пошли. Две. Есть. Вроде бы упала. Надо сплавать, достать. Куда-то шлепнулось. Куда-то сюда шлепнулось. А куда? Вопрос интересный. Ух ты, как дробь залетает. Ладно, потом ее найдем. Вон стая летит.
Вон она далеко, сейчас может на круг пойдет. Вон стая пошла. Далеко. Эх, жалко, мимо. Так, сколько у нас тут натикало? 4:30. 4:30, да? Вороны. Вон там стая летает. Вот пошла, высоко пошла. Не будем стрелять. Все, уже рассвет. Красиво как. Вон пчерок. Пусть летит. Так, тут у нас стихло, видно, осела она. Нет, где-то стреляют. Вон дробью осыпают со всех сторон. Две утки. Не попал мужик. На круг пойдут. Высоко летает. Две цапли. Чайки. Иду высоко. Оттуда не достать, к тому же. Нет, лишний раз что стрелять. Пусть летит себе. Да, нифига себе, как из автомата прям стреляют. Обалдеть. Есть. Пастушки.
красота. И там тоже торфяники эти. Красиво. Еще одна. Далеко летит. Ну это вот та и летает, одиночка. Вон она, сюда летит, высоко летит. Да нет, пальцем в небо. Красиво улетает. Метров 100. Не достать ее. Ух ты, как она. Похоже, это зацепили ее, что ли. Вон, шлепнулась под ранок. Под ранок. Может быть, уйти. Ласточки. Природа проснулась уже. Сколько у нас там натикало? Без 10:06. Все. А, вон летит. Развернули ее. Никто не попал. Да. Там прямо вот заслон стоит охотников. Сюда не долетает. По чайкам, что ли, стреляют. Вот она. Высоко летает. Высоко. Одна уже. О, еще чайки летают. На рыбалку прилетели. Такое впечатление, что одна утка тут вот эта летает, никто ее не может никак взять. В бронежилете. Утка-то бронебойная, по ней все стреляют никак. Вон она летает. Японский бог. Автомат. Ну, утка по камышам вся осела. Высоко летят две, не буду трогать, ладно, патроны зря только тратить. На круг вроде заходит. А, большой круг. Там вот я не знаю, надо по карте посмотреть, тоже что ли там торфяник, посмотреть туда как можно подобраться. Там речка вообще протекает. Может, они туда садятся. Ну так вот я смотрел вроде туда и никак даже
не подплыть, ничего. Так, время у нас сейчас должно быть уже часов 8. Да, без 15:08. Очень редко где-то что-то пролетит. Сейчас так красиво облака ложатся. Природа, красота. Поехать, что ли, уток своих пособирать. Ух ты, вон выдра плывет. Во, опа, занырнула. Прям сюда. Сейчас мы тут где-нибудь вынырнем. Куда она делась, интересно? В кусты, наверное, ушла. Обалдеть, крыса водяная. Ха. Вот уточка. Та самая. Так, где-то сюда же она упала, да? А вот она. Вот она еще одна. О, в крыло попала. Еще одна. Ну что, друзья, закончился первый день открытия, утрянка. Плыву обратно вот по этому каналу. Где-то полчаса еще плыть. Ну, как сказать, как обычно. Очень много охотников всяких, в кавычках, стреляющих по всему, что только движется. Стреляли по чайкам, стреляли по цаплям. Ну, это разве дело вообще? Это не охота, это так. В стратосферу куда-то бьют. В общем, я сколько раз вот убеждался, что на открытие это, конечно, хорошо, утки много. Но больше, наверное, не буду на открытие ездить. Неприятно просто. Стоишь, еще по тебе дробью осыпают. Совсем не то вот настроение. Хотя удачно, ну, две уточки, нормально. Я, в принципе, поздновато, конечно, в этот раз приплыл, так скажем, пока доплыл, пока там разместился, поздновато. Уже лед такой заканчивался, можно сказать. Опалили, ну, вы сами слышали, аки из гаубиц. В общем, нормально, мы люди не жадные. Еще впереди все только начинается, впереди еще... Очень много охотничьих дней, и вечерку, на вечерку поедем, так что нормально, я доволен, в принципе. Ну, открытие, оно и есть открытие, у людей праздник. Вот, ну все, увидимся на вечерке.